Всем привет! На дворе весна, все цветет, и я тоже рисую очередной цветок. В этот раз я с вами рисую пион. Кажется, будто это очень сложно, но я покажу простой способ. А перед тем, как мы начнем, напомню, кто еще не подписался, подписывайтесь, впереди еще много интересного. Начнем рисовать наш цветок. Для начала нарисуйте круг, это будет бутон цветка, и палочку вниз, это наш будущий стебель. Теперь внутри круга рисуем лепестки цветка. Внизу бутона они побольше и выразительнее, поэтому начнем рисовать снизу. Здесь мы лепестки детально рисуем, постепенно двигаясь вверх. Ближе к верхушке уже только где-то намечаем кусочки лепестков. Сейчас нарисуем стебель, и мне захотелось еще нарисовать маленький закрытый бутон. Это совсем просто. Рисуем круг, разделяем его двумя такими дугами, а внизу дорисовываем листочки, и готово. Теперь я обведу рисунок линером и вытру карандаш. Начнем рисовать красками. Берем цвет кармин и полностью закрашиваем бутон цветка водяным прозрачным цветом. Переходим к листочкам. Берем зеленый цвет, местами добавляем желтый и, главное, карминовый, ведь края листьев пиона часто окрашены этим цветом. Я рисую сразу насыщенными цветами, чтобы больше к ним не возвращаться. А к бутону цветка нам придется вернуться. Также берем кармин и рисуем тени на цветке и углубления. Стараемся те листочки, которые мы нарисовали и выделили линером, оставить светлыми. Так подчеркнется текстура бутона.
На закрытом бутоне также подчеркиваем лепестки. Добавим брызги и готово. Спасибо, что рисовали со мной. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, предлагайте, какие еще видео-уроки вы бы хотели видеть на моем канале. А я с вами прощаюсь, до скорых встреч. Пока-пока!